Спасибо вам, Геннадий, ща ваш труд и ваши видео очень познавательны. Кому это нужно? Кому это нужно? Значит, пишет, это спасет много людей от порчи своего здоровья и сохранит им жизнь. Ну, опять-таки, важно человеку разъяснить, понять, что, что, как и происходит. На самом деле, знаете, я уже как-то рассказывал об этом. Клетка, которая находится, мы питаем, в основном, материальная пища питает клетки. Клетки находятся в субстрате, из которого они потребляют все питательные вещества. И наша задача за счет там овощей, фруктов, животной пищи и так далее, вот сделать этот субстрат таким, чтобы он прекрасно питал клетку. Если мы это не можем сделать, то тогда начинаются проблемы, которые не сразу вылазят, а вылазят потихонечку. Вот и все, что касается питания. Делаем субстрат. А далее там, для чего это полезно, уже это уже другие вещи. Петрович, по-моему, ваши результаты огромно громадные. Почти уверена, что для многих является примером для подражания, учителем, просто хорошим человеком. Давайте его так просто даже человеком. Каждый раз мне хочется сказать вам спасибо за ваши труды, а сейчас и за ваши видео и беседы. Спасибо, Васа. Спасибо. Вы знаете, вот можно действительно сказать, что там, вернее, так себя преподнести, вот я там учитель, вот я там и на телевидении работал, и написал там труды и так далее, я вот знаю. Хочется, да. А внутри так голос говорит, ты обыкновенный человек, такой же, как они, который идет по пути совершенства духовных качеств. Так сказать, Невзоров сказал это, путь индивидуальной эволюции. И индивидуальное слово, и эволюция слова, они не отражают как-то, вот знаете, в русском языке ничего не имеют. Это лучше сказать, каждый человек идет по пути совершенства и развития собственного сознания. Каждый идет по этому пути, потому что мы совершенствуем в основном свои духовные качества, а все эти физические качества, все это, что тут мы тут, оно все, грубо говоря, особо в зачет не идет, все это здесь остается. А все то, что мы наработали именно в духовном плане, вот это там мы забираем и с помощью этого совершенствуемся. Вот поэтому в меру своих знаний, в меру там разумения, я с вами вот рассказываю, делюсь, и если я что-то, допустим, пытаюсь вам рассказать, я это аргументирую. И вы, если что-то будете возражать или по-своему представлять, вы это аргументируете, а не просто так это там бяка-кака, и все, и на этом закончили. Фетисов, 5 минут назад. Петрович, не реагируйте на посты неумных, завистливых, злопыхателей. Не тратьте на этих вампиров свои жизненные силы. Спасибо. Ваши знания и мудрость очень нужны нам, вашим почитателям. Спасибо вам за вашу деятельность. Вот именно, знаете, почитать тебя начнут тогда, когда, грубо говоря, обижал там по всему этому интернету, и даже то пробовал рекомендации с различных там сайтов и прочего. Человек понимает, что вот здесь, тебя не старается в первую очередь как-то обдурить, подсадить на деньги и, знаете, это самое, так сказать, вот мягенько, так сказать, обработать. И чтоб ты потом тут, будем говорить, вот, как в секте какие-то там, знаете, там денежки платил или еще что-то, вот. То есть здесь нету, я стараюсь.
с вами делиться без всяких вот этих вот денежных интересов. Потому что эти денежные интересы уже надоели мне. Да, в свое время было интересно зарабатывать деньги и так далее. То есть идут периоды, период детства, период, допустим, мужания, когда ты хочешь проявиться, там штану тянешь. Семейный период, там, любовный период, дальше там вот хочешь заработать денег, построить нормальный дом, то есть создать нормальные условия, а не то, что там нагрябать и еще, нахрена тебе столько этих денег, ё-моё, у тебя уже все есть. Вот, а ты еще что-то там хочешь. Далее. И далее, наконец-таки, ты понимаешь, знаете, сначала, конечно, хотелось, чтобы кто-то тебе дал, кто-то тебе еще что-то там такое, денежки там, ну, очень приятно, допустим, как-то там все это со стороны получать и так далее. Но, кажется, приятно и дарить не менее приятно. Денег у меня нету. А вот что касается знаний, если вы считаете меня знающим человеком, и книг, которые написал, я их постоянно сейчас делаю в авторском исполнении, пожалуйста, обращайтесь, я вам вышлю, пользуйтесь. Спасибо.